Здравствуйте, уважаемые зрители! С вами команда World House Pro, и мы продолжаем серию выпусков про строительство дома миллионера. Это одноэтажный дом с цоколем и мансардой, общей площадью 535 метров квадратных. Цокольный этаж полностью монолитный, а надземный этаж – это крупноформатный керамический блок 510 мм толщиной. На сегодня мы уже выполнили укладку арматуры для создания нижней сетки армирования, которая выполняется из арматуры класса А500 12 мм. Это арматура периодического профиля. Шаг нижней сетки выполнен 200 на 200 мм по всей площади плиты, а в местах опоры наружных стен, которые создают основное напряжение на фундамент, то есть продавливание плиты, выполняется усиление той же арматурой, и шаг уже делается 100 мм. Все это определяется с помощью расчета, который выполнен на основании геологических изысканий и сбора нагрузок с конструкции дома. Для создания защитного слоя бетона в основании плиты мы используем пластиковые фиксаторы. И если обратите внимание, то они установлены не прямо на щебень, а на слой полиэтиленовой пленки. Пленка уложена для того, чтобы после заливки бетонной смеси в опалубку цементное молоко не уходило сквозь щебень, что может привести пусть и к незначительному, но снижению прочностных характеристик бетона. Еще из некоторых особенностей данной конструкции можно заметить следующее. Стены цокольного этажа с арматурными выпусками, как видно на видео, немного возвышаются над основанием плиты. Это выполнено из-за того, что толщина фундаментной плиты 300 мм, а толщина плиты перекрытия 180 мм, а верхний уровень у них должен быть один, так как он создает черновой пол первого этажа, хотя это еще просто верх плиты, который будет отсыпаться песком для прокладки коммуникаций и утепляться, а по утеплителю будет отлита стяжка, она и будет являться черновыми полами. Давайте откроем чертеж и посмотрим, как данный узел выглядит. Итак, это схема армирования фундаментной плиты. Давайте посмотрим поближе это место. Здесь выноской 3, у нас как раз таки обозначается это место. Получается, вот тут пунктиром мы видим контур стенки цоколя. С левой стороны у нас фундаментная плита и с правой стороны плита перекрытия. Открываем данный узел. Вот это у нас плита фундамента толщиной 300 мм, а здесь плита перекрытия толщиной 180. Ну и, соответственно, вот здесь по центру мы видим стеночку, которая сейчас как раз-таки и возвышается, и торчат арматурные выпуска. Соответственно, по данному узлу армирование и выполняется. Второй особенностью являются выступы по периметру плиты в некоторых местах на 130 мм. Они выполнены так, где стыкуются стены и открытая терраса. Давайте рассмотрим эти места на чертеже, чтобы стало более понятно, для чего это делается. Для этого снова откроем чертеж фундаментной плиты и найдем эти места. Одно из которых находится вот здесь, другое тут и последнее вот в этой части. И чтобы стало более понятно, для чего же они выполнены, давайте откроем план первого этажа. На плане первого этажа сопоставим эти же самые места, одно из которых находится вот в этом месте и вот в этом. То есть, если обратите внимание, то вот это помещение, точнее не помещение, а площадка выполнена в качестве открытой террасы. А вот в этих местах у нас будет утепление цоколя по всему периметру.
То есть утепление выполняется только по наружной части цоколя, тех стен, которые уже не соответственно выполняют функцию наружной ограждающей конструкции. А на террасе таких стен нету. Соответственно, после выполнения утепления в этом месте не будет никаких перепадов из-за того, что мы сделали сразу уже ниши под закладку утеплителя. То же самое у нас ситуация будет выполнена и вот в этом месте. И третье место, которое я показывал на чертеже, оно выполнено вот с этой стороны, то есть это основное входное крыльцо. Здесь аналогичная же ситуация с открытой террасой. Вот в этом месте будет заложен утеплитель, и ниша в плите выполнена уже под него. И на сегодня наш выпуск подходит к концу. На следующей неделе мы будем заканчивать армирование плиты и выполнять заливку. Смотрите наши следующие выпуски и следите за ходом строительства данного объекта до конца. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Всем пока!